Вашингтонский проект по правам человека уйгуров опубликовал 9 февраля новый отчет, в котором раскрывается, что китайский режим проводит политику системного культурного геноцида в отношении культурного наследия, а также произвольного задержания геноцида уйгуров и мусульман других национальностей, рожденных в Синьцзяне. В докладе подчеркивается, что китайский режим запретил, отменил или уничтожил культурное наследие уйгурского народа, такое как 12 тимуками, традиция машреб, кярис и кыргызский манас, и говорится, что этим культурным наследием грозит исчезновение. В докладе отмечается, что действия Китая подпадают под категорию преступления системного культурного геноцида, предложенного Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Фонд памяти жертв коммунистического режима, возглавляемый независимым немецким исследователем Адрианом Зенцем, сыгравший важную роль в раскрытии преступлений геноцида в Восточном Туркестане и опубликовавший множество авторитетных докладов, представил поисковую систему, связанную с большой базой данных лагеря для военнопленных в Восточном Туркестане. По словам Адриана Зенца, данные, доступные для этой поисковой системы, были подготовлены в результате извлечения 5 миллионов файлов информации о концентрационном лагере в Восточном Туркестане и профилирования 730 тысяч человек, в первую очередь информации об уйгурских и казахских заключенных в Текесском районе и районе Кона-Шихир. Эпизод «Симпсонов», который транслировался на платформе цифрового вещания Disney+ и касался принудительного труда в Восточном Туркестане, был удален с платформы Disney, транслирующейся в Гонконге. В 34-м сезоне «Симпсонов» говорится, что персонажи, стоящие перед виртуальной Великой Китайской стеной, используют фразы «Посмотрите на чудеса Китая, биткоин-шахты и исправительно-трудовые лагеря, где дети делают смартфоны». Права на использование и разведку свинцового рудника Аксайчин, расположенного в Хотанском районе Восточного Туркестана и привлекающего внимание мировой горнодобывающей промышленности, недавно были переданы китайской горнодобывающей компании. Согласно сообщениям китайских СМИ, деловая сеть государственных ресурсов Уйгурского автономного района недавно продала права на разведку и оценку рудника компании Xinjiang Mining Investment Group. Правительство США и оппозиционные партии все больше и больше опасаются проникновения и угроз со стороны Коммунистической партии Китая. Техас рассматривает возможность запрета гражданам Китая покупать недвижимость, и еще 11 штатов, вероятно, сделают то же самое. По данным AFP, сенатор-республиканец Лоис Колхорст в ноябре прошлого года предложила законопроект, запрещающий китайцам, русским, иранцам и северокорейцам владеть там недвижимостью. Не только Техас, но и Флорида, Арканзас, Южная Дакота и 8 других штатов рассматривают возможность принятия законов, запрещающих иностранцам владеть недвижимостью. Президент Эрдоган выступил с заявлениями в Диярбакыре и Шанлыурфе, пострадавших от землетрясения. В своем заявлении в Шанлыурфе Эрдоган объявил, что число погибших в результате землетрясений в Кахраман-Мараше увеличилось до 21 848 человек. В своем выступлении в Диярбакыре Эрдоган сказал: «В три раза сильнее, в три раза более разрушительно, чем землетрясение 1999 года, которое является самой большой катастрофой на ближайшей памяти нашей страны». Также Эрдоган заявил: «Мы распускаем университеты до лета, они продолжит свой путь с дистанционным обучением. Мы будем использовать общежития высших учебных заведений как гостевые дома». Конец цитаты.